Бар – город в Черногории на побережье Адриатического моря, административный центр одноименного муниципалитета и Барской ривьеры. Площадь муниципалитета составляет 67 кв. км, главный морской порт страны. География. Город расположен в южной части Черногории, между Адриатическим морем и Скадарским озером, на 42 градуса 6 широты и 19 градусов 6 долготы. Бар имеет более 270 солнечных дней в году, что делает его одним из самых солнечных городов в Европе. История, как свидетельствуют археологические находки, район современного Бара был заселен еще в эпоху неолита. Иллирийскому поселению напротив города Бари, расположенного на Пеннинском полуострове, римляне дали название Антибариум. С приходом на Адриатическое побережье славян первоначальное название сократилось до Бар. К IX веку город Бар принадлежал славянскому княжеству Дукля. В 1042 году здесь войско славян разбило византийцев, после чего Дукля стала независимой от Византии. В 1077 году в кафедральном соборе Святого Георгия, покровителя Бара, короновался Михаил Воиславлевич, ставший первым королем Дукли. В 1089 году Папа Римский Григорий VII учредил Барское архиепископство, охватившее территорию от Сербии и Боснии до Ольциня. Архиепископ Барский имел титул примаса Сербии. Бар, однако, отличался большой веротерпимостью. В некоторых храмах города были установлены как православные, так и католические алтари, здесь велись службы по обоим обрядам. После падения Дуклянского королевства в 1166 году Бар вновь отошел к Византии, но ненадолго. В 1183 году город был завоеван и разрушен сербским жупаном Стефаном Неманией и вместе со всей Зетой вошел в состав сербского государства Неманичей. 13 век стал временем расцвета средневекового Бара. Будучи в составе государства Неманичей, город получил свой устав, герб, право чеканить свои монеты. В XIV веке Бар отошел князьям Балшичам, некоторые из которых считали Бар своей столицей. В 1404 году Бар был снова завоеван Византией. В 1412 году вновь оказался под властью Балшичей, затем Бар находился в руках разных феодалов. В 1443 году Бар был отвоеван Венецией и утратил остатки суверенитета. Венецианцы называли город Антивариум. Барии включили его в состав своей провинции Албания-Венето. С 1571 года на протяжении более 300 лет город был оккупирован Османской империей. Турки развернули обширное строительство в Баре, были возведены мечети, бани, акведук, часовая башня. Во время османской оккупации, тем не менее, в городе продолжал находиться католический архиепископ. Иногда этот пост занимали выдающиеся церковные деятели. В 1878 году город освободили черногорцы, но из-за взрыва на пороховых складах он был полностью разрушен, и в прибрежном районе пристан был основан новый бар. В 1885 году в новом баре в районе Тополица отстроил дворец черногорский князь Николай Петрович Негош для своего зятя Петра Карагеоргиевича. В 1908 году бар был соединен узкоколейной железной дорогой с городом Верпазар на Скадарском озере. Эта железная дорога действовала до 1958 года, а в 1976 году современная железнодорожная ветка связала Бар с Белградом. В 1954 году в Баре открылся крупный порт и поныне являющийся наиболее значительным в Черногории. В 1979 году город Бар сильно пострадал от землетрясения, восстановительные работы не завершены до сих пор. Население, перепись 2003 года, насчитало в Барском муниципалитете 40 037 жителей, население собственно Бара 13 719 жителей. По данным последней переписи, более 44% жителей муниципалитета считают себя черногорцами, почти 25% считают себя сербами, около 12% албанцы, свыше 6% мусульмане. Экономика. Бар – крупнейший торговый порт в Черногории. Осуществляется регулярное паромное сообщение с итальянскими городами Бари и Анкона. В порту Бара базируются войска береговой охраны Черногории. В Баре развито кожевенное производство, а также традиционное производство оливкового масла. В последние годы Бар становится и туристическим центром. В Баре многочисленные магазины одежды и обуви, привозимых главным образом из Италии. Транспорт. Бар соединен с остальными городами побережья Черногории двухполосной автодорогой ТН Адриатической трассой. Через тоннель Сазина можно быстро доехать до Подгорицы. Бар связан регулярным железнодорожным сообщением с
Белградом и Подгорицей. До 2013 года существовал беспересадочный вагон «Москва-Бар», ближайшие к Бару аэропорты в Тивате и Подгорице, они же единственные в стране. Образование и культура в муниципалитете Бар. 7 основных школ. Школа Блажо Йонов Ирландич в центре Бара, Мексика, в Челуге, Югославия, в Белиши, школа Анта Джидович в Шушани, Сербия, в Старом Баре, Эмерковичи и Джирдж Кастриатис-Кендерберг в Добрых Водах. Имеются также средние общеобразовательные школы и гимназия. В Баре действуют и средние специальные учебные заведения: экономическое, туристическое, экономическое, торговое, коммерческое, ветеринарное, сельскохозяйственные школы. В городе есть Дом культуры, вмещающий театральную сцену, кинотеатр, школы балета, актерского искусства и иностранных языков. В картинной галерее Велимира Лековича представлены работы молодых черногорских художников, во дворце короля Николы музей с тремя экспозициями: археологической, исторической, этнографической, события фестиваль «Барская летопись», международный телевизионный фестиваль «Встречи под старой оливой». Фестиваль творчества детей проводится в ноябре. Маслениада, праздник, ярмарка маслин, оливкового масла и других национальных продуктов, проходит в ноябре после сбора урожая маслин. Ежегодно в августе в Баре проводится марафон по плаванию. Архитектура. Одной из крупнейших достопримечательностей Бара является дворец короля Николы. Ныне помещение дворца используется под краеведческий музей, выставочные залы. Значительная часть достопримечательностей города сосредоточена в Старом Баре, расположенном у подножия горы Румья, в 4 километрах от моря. Всего в Старом Баре около 240 строений. Но так как старый город был почти полностью разрушен в 1878 году, многие из памятников дошли до нас лишь в виде развалин. Один из старейших памятников старого города – ворота XXI веков, примечательны руины кафедрального собора СВ Георгия XI века и двух церквей СВ Катарина и СВ Венеранды, а также некоторые их памятников эпохи турецкого владычества. У юго-западной стены старого бара – хорошо сохранившаяся мечеть Амирбашича с минаретом и гробницей Дервиш Хачана, рядом с мечетью – здание для размещения паломников и имамов, однако и новый бар не обиден достопримечательностями, в их числе церковь СВ Николы, являющаяся резиденцией католического архиепископа, памятник освободителям Бара от османского ига, фундамент церкви времен римского императора Юстиниана, церковь СВ Петки в Шушани, окрестности в окрестностях Бара, ряд монастырей, Бенедиктинский монастырь Богородицы Ротаческой между Баром и Сутамори, основанный в 1247 году и разрушенный турками в 16 веке, монастырь Ребняк в селе Зубцы с церковью СВ Василия Захумского, монастырь Горни Брели и Дольни Брели в селе Спич близ Сутамори, развалины церкви СВ Рока к западу от Сутамори, церковь СВ Феклы в Сатоничах, православная церковь СВ Анастасии 14 века. Недалеко от Бара, в 1 километре к северо-западу от Сутамори, на месте средневекового города Нехэ, руины крепости Хайнихай, основанной в 15 веке венецианцами в Нехэ, церковь СВ Дмитрия с православным и католическим алтарями. Интересные факты. На территории Бара произрастает одно из древнейших в мире оливковых деревьев, его возраст превышает 2000 лет. В 12 веке в Баре в монастыре Богородицы Ротаческой было создано первое известное произведение на южнославянских землях – летопись Попа Дуклянина. 30 августа 1904 года с вершины горы Валуица близ Бара итальянский ученый-инженер Гульельмо Маркони передал в Баре, расположенной на противоположном берегу Адриатического моря, первый сигнал беспроводного телеграфа с первой на Балканском полуострове радиостанции. Города-побратимы.